Анонс и точно до выхода 15 серии турецкого сериала «Жемчужные зерна». 15 серия сериала выйдет в эфир 16 мая. Ранее в сериале мы увидели, как Зэм не может признать себя хорошим человеком. Сейчас он говорит, что будет считать себя таковым только тогда, когда вся его семья сможет собраться под одной крышей. Дилбер никак не может найти деньги. Она делится этой проблемой с подругой. Девушка не представляет, кто мог залезть в ее вещи и ограбить ее. Но она надеется, что все-таки сможет найти виновника и вернуть свое назад. Азэм изо всех сил старается найти Нихир. Однако он понимает, что есть кто-то, кто хочет помешать ему в этом. Это не радует мужчину. Показали Нихир, которая приходит на могилу матери. Она говорит, что ей очень ее не хватает. Когда она узнает про Азэма, то говорит, что он плохой человек. 15 серия сериала выйдет в эфир 16 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.